Сулугу не потерла. Помидорчик пока один. Лавашек. Майонезик после вчерашнего оливьеша остался. Духовка включена. Сейчас забабахаю конвертики. Конвертики будут. Вот вы знаете, мне вот так вот просто сыр сулугуни, он не заходит. А вот этих конвертиков шикардос. И по поводу лаваша хочу сказать. Есть вот одна фирма. Вот, допустим, вот лаваш, да? Илона. Илона верменский, да, армянский лаваш. Есть, бывает такой, ну, шикарный. А ну, посмотрим, какой этот. О, смотрите, плотненький. Хороший есть. Вот, вот один. Второй. А бывает тоже, вот Илона, тоже армянский вот этот вот лаваш. Ребят, ну, выкинутые деньги. Ну, вот действительно, как раньше у нас в школе, как промокашечка. Тоже какой-то состав. То ли экономят, то ли что они там делают, я не знаю. Кстати, девочки, спасибо, кто подписался на мой канал. Кто не видел мое предыдущее видео, давайте продискуссируем по поводу, дискуссию откроем по поводу 45+. Мне интересно очень мнение девочек, без, кто не замужем. Причина незамужества. Какие причины у вас? Почему? У вас разума нема? Да, там вопросы поднимаю. Пожалуйста, посмотрите, ответьте мне. Ну, короче, жду ваших комментариев. Так, я сейчас порежу. Ну, вот так прям по полосочкам сейчас как по... Надо ножницами. Ножницами. Вот такими прямо. Чтоб уже было так было. Правда, так вкусно. Ой, девочки, все вкусно, когда приготовишь, да? Бывает такое, что уже так надоедает эта кухня. Но надоедает, надоедает, а потом, когда куда-то поедешь и потратишь деньги или в ресторане, или еще где-нибудь, и думаешь, ёпер, метеорит, нахера ты это? Да, приятно. О, приятно покушать. Потом думаешь, ну ты же можешь делать это все сама. Прям таки. Ты же можешь все сама. Ребята, как же ж холодно на улице. Я вам просто не могу передать. Так, просто бумажку положу сюда. Так, сейчас просто парочку заверну. Ну, есть же такие девочки, которые еще не опытные, да, которые еще не это, может, еще не замужем. Не знают, как это быстро делать. Покупаешь лаваш. А забыла кисточку. Да ладно, я без кисточки. Лаваш покупаешь, да, нарезаешь квадратиками. Я возьму вилочку. Вообще делать надо кисточкой. Ну, не хочу идти в летнюю кухню. Вот так вот. Мне нравится, когда вот есть такие кулинарные каналы, как делают. Так все аккуратненько, чистенько, в перчаточках. Видео короткие. Ну, у меня канал не кулинарной девочки. У меня влог о моей жизни, так сказать. Так, помидорчик. Вот так прям. Вот так вот. Помидорчик. Экономно, потому что, сами понимаете, не так сверху сырочек. На улице не весна и не лето. Вот так. Можно слайсами, но в целях экономии все-таки я тру на терочке. Мне так больше нравится. Вот так, вот самое главное, вот так вот. Прям майонезик, чтоб не вытекал. И вот такая красота. Посмотрите. Ой, как же вам ее. О. Напиши мне письмо. Вот я дала, напиши. Сковородочка уже разогревается. Людочка моя уже проснулась, доченька. И я сейчас ей... Вкуснятина. Чуть-чуть на духовочке. Оно и будет вкуснятина. Ой! И будет вкуснятина. Хай буде весна, коли приде весна. А что, девочки, уже... Ой, сейчас я камеру подниму. Ой!
Сегодня какой у нас? Пятница 13-я, да? Ну так а что? Все, уже пол января нету. Пол января. Вот, конечно, это неправильно, я говорю все. Вот неправильно. В смысле? Это же наша жизнь. Надо, чтобы жизнь шла. Ну, уж очень сегодня холодно. Так холодно. Так холодно. Ой-ой-ой-ой. Эти короткие дни. Летом после 6 часов вечера, помню, иду, поливаю огород, кашу траву. Сколько можно сделать? Вот. Еще на работу ходим, да? Да, вообще. Ничего. Закончится война. Все. Естественно, мы не будем такими, как раньше. Но, мне кажется, все станет... Должно устаканиваться. Мне кажется, будет работы нам дофига. Дофига всем работы. Просто. Вот так вот. Что-то разгудилось. Нету сирены, ребята. Так непривычно. И уже когда собака загавкает или какая-то сирена, думаешь, господи, это что ж все такие? Так, это вот такие сделаю, а потом по-другому заверну. Все, пошла в духовку. Ой, пойду в духовку сейчас. Это такие даже не конвертики, а уголочки. А потом конвертиками еще заверну. Так, видно, не видно? 5 минут. 5 минут и готово. Очень вкусно. Следующая партия у меня в духовке. Вот еще такой рулетик смотала, да, как шаурма будет. Сейчас яйцом сверху, тоже в духовку. Эта порция пойдет сейчас Людмилке, а следующую порцию остынет, и я при вас попробую. Какой дает тонкий запах сулугуни, девочки. А закуска, а закуска. Классно. Под вино классно. Вы же когда я уже буду пить свое домашнее вино? Кто скажет? А когда оно настоится? Молодым нельзя. Нельзя. Отрава. Отрава. Как же на улицу выходила в летнюю кухню. Там невозможно. Там просто невозможно. Пирожки подостыли. Мама относится как к Степану, как к человеку, понимаете? Она от него такое требует. Я раньше к сулугуни была совершенно безразлична. Ну вот совершенно. Девочки, ну скажите, а кто делал Наполеон из лаваша? Я еще не делала. Мне кажется, это такое какое-то вообще. Ну, мне кажется, какое-то дурачество. А может, вкусно? Так свет слепит из камеры, что не знаешь, куда смотреть. И глаза вот так по камере ходят. Вот так, вот так. И зайчики в глазах. Вот камера, вот она. И когда смотришь, я представляю, что вот вы там, да, и в одну точку смотрю, чтобы вы понимали, что взгляд направлен на вас. И когда долго смотришь, такие зайцы в глазах. И потом начинается вот это вот. Вот. И потом хочется, знаете, какой-то взгляд туда отвести. Туда. Ну, это, конечно, не профессионально, но мы же с вами не профессионалы. Мы просто люди, которые крутят разную херню. Девочки, а вы не задумывались над тем, кто это? Воздушная тревога, хорошо. А то у кого нет своих каналов, да? Ну, вот вы не публичный человек. Ну, я знаю, что вы не публичные люди, но выставляете, да, в Инстаграме, может, свои блюда, да? Может, в Фейсбуке кого-то радуете из друзей, вот приготовила или нет? Напишите, пожалуйста. Вот интересно,
А вам бы хотелось, вот когда вас что-то, вот, знаете, так накипело, вот так накипело, думаю, ну, блядь, ну я не могу молчать. Я не могу молчать. Вот интересно, вы пишете где-нибудь об этом, о своей мысли? Или, может, какое-то видео хотите записать очень сильно? Прямо, знаете, бывает такое, ну все, вот тут кадык, все. Знаете, я должна это сказать. Вот как вы с этим чувством боретесь? Допустим, мне просто, да, включила камеру, погнала, выложила видео, вы посмотрели. Видео, господи. Выложила видео, вы посмотрели. Угу. Дуже, дуже смачно. Самая красивая кошечка. Ну, после вашей, конечно. Самая сладенькая, это моя кошечка. Она никому на ручки не идет, только к Наташе, куда? Только к Наташе. Как она меня ночью обнимает, так берет двумя лапками. Да, да, вот так берет, да. Да, да, посмотри в камеру. Красавица моя, посмотри. Посмотри, видишь камера? Тогда смотри. Такая ты злюка у меня. Такой характер, такая характер на тоже. Не замужем, кстати. Не замужем совсем. Тоже выбирает, долго выбирает. Так пока такого себе кота нашла этим летом. Девочки, вы бы этого кота видели. Там кот, он такой, вы знаете, уличный, жирный, здоровый, красивый. Ну, битый-перебитый, шнабак перебитый. Вот тут у него фингал, но он такой расцветки красивый. И моя Коки, она флегмат по жизни. Флегматичная, спать и есть, спать и есть. А это она такая, знаете, перед ним вот так носиком так уткнулась. Вот так и ждет его возле гаража, ждет. Только он так, мяу! Она такая, я говорю, боже, Коки, кого ты выбрала? Это отсылка к тому видео. А химия произошла. Химия. И он потом приходил, на мусорку садился такой, знаете, такой весь. А я сегодня не пил. И кокочку ждал мою. Куколку ждал. И, кстати, я его сейчас не вижу. Вот весну опять. Это просто. Так, где же там ставь? Вот так, чтобы у меня. Это вот. Ну, конечно, бока еще, потому что джинсы, это какой размер? На люди. Ну, я их на себя застегнула, надела Людину кофточку, вот так вот, смотрите, девочки, симпатичная, правда? Ну, конечно, сала еще выпирают, ну, я, кстати, это не намерена. Нема лица, так пусть будет фигура. Так. Значит, девочки, я утром не все комментарии читала, но хочу сказать вам огромное спасибо за такой мой порыв поздравить. Ну, все знаете, да, что до войны я любила чудить, любила танцевать, у меня было вчера прекрасное настроение. Ну, просто и из ничего, просто хорошее настроение было, думаю, станцевать. Женщина в комментарии эту песню мне напомнила. Одна родина за столом, думаю, ну, что бы не станцевать под эту песню, не порадовать нас, украиночек, нас, украинцев, да? Значит, Лика, Ростов-на-Дону, Юля, Германия, Натали, Италия, Света, Эстония. Много-много девочек. Анна, не знаю откуда. Вероника, Днепр. Яна, Днепр. По-моему, Альбина, да. Если не ошибаюсь, Днепр, вы меня поправьте. Я так понимаю, Альбина, что вы из Днепра. В следующем видео я хочу ответить на вопросы. И это все правильно, потому что вы мои, я считаю, мои подписчики, мои подружки. Если у вас такие возникают вопросы, в следующем видео я разовью тему. По поводу Жени, по поводу своего мужчины. Ну, просто хочу немножко такую ясность нести, но не об этом. В общем, по поводу девочки украинского языка, украинские мовы и Ирина Николаевна Киев. В общем, мои далекие родичи, Киев, Западная Украина. В общем, шлю вам всем привет. Я, правда, дуже намагаюся спілкуватися українською мовою. Дуже так намагаюся. В мене такий суржик, яким розмовляють у Полтаві. Там просто Верка Сердючка этому пример. І ви знаєте, червону руту не шукай вечорами.
Ти у мене єдиний, тільки ти повірь, бо твоя врода, то є чистая вода, то є чистая вода, синій гір. Ти признайся мені, чому в тебе ті чари, я без тебе всі дні у полоні печалі, може десь там у лісах. Я буду дальше учить, в общем, класс. Я вчера слушала украинские песни, девочки, и это не тренд, нет. Сейчас, да, очень много, и в ТикТоке очень модно спілкуватись українською мовою. Украина выходит на такий рівень, тому що повністю з вами, я перехожу на русский, повністю з вами согласна, Україна має бути, Україну ніхто не сотрет з лица землі, Україна є, вона була і буде, наша Україна. Ліка, Ростов-на-Дону, Натаня, це мій зритель, Натаня, наговори, говорить в телеграмі мені на українській мові, моєму внуку, вірші на українській мові. Потому что он задает вопросы про Украину. Начитала, открыла Google, выбрала стишки и прочитала в Телеграм, выслала. Ну, вот муж в восторге, говорит, Натаня, я, кажется, говорит, как мультики, говорит, смотрел. Ну, это было месяц назад, но неважно, просто я так вот я смотрю. Натали из Италии мне говорит, она английским владеет, узбекским владеет, русским владеет, зараз украинскую мову вивчає. Света с Эстонии тоже умиляется моей украинской мовою, ну не мовою, а суржиком. В общем, девчонки, украиночки мои, и те, которые, я не знаю даже как сказать, золотые люди, которые не с Украины, которые восхищаются нашим языком. Знаете, даже не то, что восхищаются, а вот они чувствуют, что в этом есть какая-то доброта, какое-то вот тепло. Я такая же самая. Общалась только на русском языке. И вот сейчас вот такой нам пинок под зад, да, чтобы действительно гордиться своей мовою. Конечно, очень обидно, когда ее коверкают, особенно много вот в журналистике, когда идет какой-то сюжет, и вот она спілкується на украинской мове, она так вот что-то таке шаблонно таке кажется, дуже в ухо риже. Лучше оце балакать, як оце я, суржиком. От души, знаете как, от души. В общем, всем низкий поклон. О, кто из звони? Кто из звони? Господи! Людочка звонит, необходимо делать кофе. В общем, девочки, следующее видео — разбор полетов. Несем в ясность, 45+. Обязательно мне есть что сказать. Болталка будет в автомобиле. Всех целую, всех обняла. Всем мира, добра. Фух. А, кстати, я вчера действительно была похожа на Ирину Мирошниченко. Я сама посмотрела, так оно и есть. Это макияж. Это просто макияж. Сейчас, видите, не похоже. Сейчас я кто? Натаня. Всем пока. А, да, подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик. Наталья из Днепра. Люблю. Все, девчатка, пока.